Начну с проблемы, которую так и не удается решить в Ноябрьске. Это уборка дворовых территорий от снега. На фоне того, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные столбик термометра впервые в этом году поднимется выше отметки в 0 градусов, она становится особенно актуальной. В окружном департаменте энергетики и жилищно-коммунального комплекса поясняют, складировать убранный снег на газонах управляющие компании могут, но должны сделать это так, чтобы не навредить зеленым насаждениям. Если во время уборки обслуживающая организация поломала ограду, скамейку или другое общее имущество жильцов, людям с представителем управдома необходимо составить акт о причиненном ущербе и потребовать устранения поломок. Если управляющая компания откажется это сделать, можно смело идти в госжилинспекцию. Что касается периодичности вывоза снега, то этот пункт прописан в договоре. Стоит поднять, конечно, договор на управление многоквартирным домом, посмотреть периодичность вывоза снега. Если не исполняется периодичность, то необходимо пригласить, опять же, представителя управляющей компании, составить акт, что в назначенное время, период, снег не вывезен, и данная ситуация будет в последующем являться для перерасчета стоимости услуги по содержанию многоквартирного дома в сторону снижения платы граждан за данную